Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас обзорчик, вот такая вот гора у меня посылок с AliExpress. И я вам сейчас покажу, что я все вот это заказала. Вот эта вот гора у меня получилась на $37 вот в общей сложности. Итак, давайте не будем затягивать видео, начнем с самых маленьких вот этих вот пакетиков. Вот первое, что у меня здесь, это счетчик рядов. Счетчик рядов, который я никогда им не пользовалась, ну и решила первый раз попробовать. Получается, что вот так вот вы переключаете ряды, а потом, когда дошли до... А нет, само переключается автоматически. Как на нули выставить, вот этого я не знаю. А вот так вот, смотрите. Ноль и все. А здесь надо щелкать. Ноль. Вот что полностью на нули. Вот таким вот образом. Отпускаем этой штучкой. И ставим на нули. Вот такой вот счетчик рядов. Это очень полезная вещь для определенного круга. Вот я, допустим, не считаю никогда ряды. Мне проще... потом посчитать до проймы, от проймы, уже по готовым рядам. Но кому-то удобно работать именно со счетчиком рядов. Вот я просто заказала посмотреть, возможно, я... Хотя нет, я не буду пользоваться, потому что я буду машинально вязать, и я буду забывать. Вот. Так, вторая. Вот эта вещичка мне очень-очень понравилась, девчонки. Смотрите, это вот такая линейка. Линейка вот такая вот, чем лично мне она понравилась, сейчас я вам расскажу, девчонки. Так, я это все буду разбивать и выбрасывать. Вот. Вот это что? Не пойму, вот как какой-то трафарет для чего-то. А для чего? Просветите меня. Что мне нравится? Здесь в линейке есть измеритель диаметра спиц. И эта линейка 2 в 1, ну, то есть для спиц, видите, все диаметры. Вот, далее, что здесь хорошо, смотрите, линейка горизонтальная и вертикальная. И с этой точки у нас 3 сантиметра, ну, я думаю, для плотности вязания, для расчета этого достаточно. То есть вы кладете на полотно и тут же считаете в 3 сантиметрах, допустим, в 2,5, да, считаем, чтобы потом легко пересчитать на 10. По сколько петель и в 2,5 сколько рядов. Вот, и высчитываем плотность вязания. Вот такая вот линеечка и для спиц. Стоит она около $1 всего лишь, на все там доллар и 3 копейки, сколько-то там копеек. И вот такая вот, мне кажется, классная штучка, мне очень понравилась. Вот то, что она максимально функциональна во всех смыслах, поэтому я ее заказала, и дешевая. Так, здесь у меня, ну, это, конечно же, не для шитья, тоже 3 копейки стоит, но это вещь для лента, для подклеивания брюк. Стоит она вот эта вот упаковочка меньше доллара, и здесь ее метр, я так понимаю. Вот, и утюжочком вот здесь клейкая лента, и здесь вот низ брюк. Утюжком проклеивается очень, ну, как бы удобная штука для тех, кто не шьет. Тут не надо ни машинки, ничего для этой штучки. Просто отрезали брюки, подклеили и ходите. Вот это очень удобно. И здесь хватит, наверное, на одни брюки всего лишь. Маленькая такая. Ну, за доллар. Во всяком случае, это дешевле, чем нести в ателье, кто не шьет, и подшивать брюки. Вот. Далее, что у меня здесь? Далее у меня вот такой вот кашемир. Я решила... Ой, как мне нравится. Ой, как же мне нравится, девчонки. Около 2 с копейками цена. За один моточек идет он с этой пряжей. Да, как какие пухнорки. Вот. Написано, что это монгольский кашемир. 50 плюс 20 грамм, точно так же, как и пух норки. Вот. И на ощупь, девчонки, еще не вязала.
Я так предполагаю, что и длина тут точно так же, как и пух норки. Но тут, конечно же, опять же китайцы. И Вика ничего не понимает. 50 граммов, 15. Вот такой вот монгольский. Все ссылки под видео в описании, девчонки. Посмотрите, кому будет интересно. И я заказала два мотка, возможно, на шапку, возможно, на какой-то снудик. Я просто хочу, вот почему я разных заказала, я хочу попробовать эту пряжу. Но мне кажется, вот это вот, этот кашемир будет очень классный в изделии. Мне очень нравится, так что надо быстро его пробовать. Вот, два моточка я заказала, цену я вам сказала. Вот такой вот монгольский кашемир. Вот это вот чудо. Я не знаю, зачем я заказала. И, кстати, оно ж и не дешевое, вы представляете? Это типа нашего велюта. Видите, вот такая вот для игрушек. Но она очень такая нежная. Она на ощупь вообще бесподобная, девчонки. Безумно классная на ощупь. На пледы и на игрушки. Да, вот эта вот пряжа. Но я же говорю, она не такая вот и дешевая. За 100 грамм около $2. Вот, понятное дело, что это синтетика. Хотя там написано силкотон. Ну, на ощупь действительно она какая-то, не такая уж и синтетика. Не знаю, вы же знаете, что китайцы вообще-то врушки, да? И они понаписать могут все, что угодно. Ну, написано котон, пряжа. Ну, насколько это... Катон и шелк. Может, поэтому она такая дорогая. Но на ощупь очень классная, девчонки. Я вот, кстати, у нас год зайца, да, кролика. Надо какого-то ж кролика сообразить, правильно, на подарки в ближайшее время. Возможно, на кролика у меня, на зайчика и уйдет вот этот вот моток с чем-то скомбинированным. В общем, вот так вот. На детские вещи очень классно. Если это... шелк и хлопок, то, ну, на самом деле, если брать, вот это, она отличается от нашей вот этой велюта, намного мягче, намного приятнее, такая прям к телу вообще. Ну, велюта тоже, в принципе, -то, к телу приятно. Нам тоже говорят, что это монгольский кашемир, но только здесь он один без... Хотя ниточка такая же, девчонки, как и в том, но без вот этой дополнительной нити. Вот. Понятия мы не имеем, сколько здесь кашемира и сколько всего добавлено, да? Потому что, как правило, чехи нам... А, 40%! Ой, даже написали, вы представляете? 40% кашемира, что, по моему мнению, очень... А, да, видите? И тут 20-15, а на сайте и не расписано, что там 20-15, только написано, что 40% кашемира. И то мы уже благодарны. Я считаю, что за такую цену это очень хорошая цена. 2,5 где-то доллара за 50 граммов, но 40% кашемира. И вот тоже очень хорошая ниточка на такие водолазочки тоненькие, свитерочки, чтобы и тепло было, и не обидно. Вот. Такая, значит, пряжечка. Далее, кстати, вот этот продавец, эти молнии мне пришли, он всегда кладет подарки. Вот, сантиметр такой, и пуговички, кошечки, это же я оставила вам пока. У меня же этих, кстати, у него очень часто заказываю, у этого продавца, и всегда он то маркеры, то сантиметры, то разные вот эти пуговки, чаще всего пуговки. Ну, всегда у него подарки в этом, в посылочках. Вот кашемир этот от него мне пришел. И вот эти молнии. А, видите, и здесь молнии. Вот эта висюлька, это ж на ключи, я не знаю, на телефон подвесочка. И вот благодарность всегда. Здесь письмо благодарность, здесь письмо благодарность. И вот такая штучка в подарок. Вот. И вот эти две молнии я заказала на этот... кардиган этот кучинели, который сейчас с пайетками будем вязать, я заказала эти молнии и вот эту вот, вот эти вот пайетки. Так, по поводу там молнии я тоже выложу в описании. Самая длинная 80 сантиметров, что важно, что здесь собачка и внизу,
и вверху. Она, конечно же, на кардиган чуть плотновато, ее бы там чуть такую понижнее. Ну, не нашла я в этом, ну, в Алиэкспресс. Не нашла я. Я рада, что я хоть это нашла, потому что там девчонки ждут этот кардиган, а я все никак не могла начать из-за вот этой вот пряжи, потому что кухнорки у меня есть, а я заказала 3, один я уже взяла, пробую вязать. Вот в ближайшие дни будет начало этого кардигана. Вот, ну, вот такая вот пряжечка, девчонки, с пайетками. Давайте я вам... Ну, я думаю, вы уже знаете, потому что я из нее работала. И вот у этого продавца я уже не один раз заказываю. Она и по метражу. Хороший такой метраж. Единственное, что нужно вязать очень аккуратно. Вот. Вот такая вот пряжечка. Шелковая нить и маленькие пайетки. Вот. Так, следующее, что у меня здесь уже совсем чуть-чуть осталось. Вот этот я заказала. Вот, кстати, очень, девчонки, вы если чем-то пользовались, это пух белки там пишут. Представляете, 75 граммов здесь. И вот эта вещь очень-очень крутая. Очень классная пряжа. И сейчас скажу, тоже за 75 граммов около $2. Вот. И что у нас в составе? 220 метров длина. Тут даже прям написали. Но, ну, почему они не пишут состав? А нет, 70% шерсть и 30% шелк. Девчонки, вот представляете? Ну, это в том случае, если они не врут. Мягенькая. Прям очень нравится. И я читала про нее отзывы, девчонки, про вот эту вот пряжу. Ну, это кому нужны теплые шапки, теплые свитера, кто живет в таких районах. Вот. Ну, 70, учитывая то, что это 75 граммов, то это и нормально. $2, я считаю. 2 моточка я заказала. Опять же, свяжу какую-то шапку. Для ознакомления просто с пряжей, естественно, скажу свое мнение потом, естественно, об этой пряже. Ну, сейчас предварительно, кстати, мне все очень нравится. Вот эти вот монгольский кашемир мне нравится. Потому что, если честно, девчонки, мне надоел пух норки. Вот надоел мне пух норки, потому что вот этот пух везде летит, в носке она неудобна. Ну, в общем, правда, надоел. И вот последнее, что я заказала, вот бобину 500 граммов вот этой вот пряжи. Смотрите, эту я уже заказывала. Вот. Единственное, что ее... Это у нас махер. Вот такая вот нить. Да, кстати, про пайетки не сказала. $4, 3 доллара где-то. $3 у нас получается один моток. 700 метров, что, я думаю, очень-очень симпатичная такая цена. Вот эта вот цена очень тоже такая, где-то $13 упаковка. Вернее, вот эта вся бобина 500 граммов. Вот, и это у нас махер кашемир. И выбор цветов такой приличный у них. Вот, что в составе, опять же, нам неизвестно пока. Вот. Ну, я ее уже покупаю. 30 на 70. Ну, вот 30 махера, наверное, 70 какого-то, какой-то синтетики. Знаю точно, что там 1000 метров в 100 граммах. Вот. Ну, тут она и так, как самостоятельная нить, пойдет в 2-3 сложения и пойдет как подмут к чему-то, даже к пайеткам. Вот я ее, опять же, тоже купила. Я сейчас буду пробовать, из чего я сейчас пока... Еще думаю, из чего вязать буду. Вот, возможно, одна нить будет вот эта, одна пух норки. Вот, сейчас буду пробовать, девчонки. Вот такие вот у меня покупки. Вот. Если вам понравился мой обзорчик, ставим лайк. Вот, пишем, что мы пробовали, чем мы пользуемся. Кто у нас пробовал вот эти пряжи, которые я еще не пробовала, пишем свой отзыв, чтобы мы тоже ориентировались на вас. Вот, ну а я иду делать.
образец для кардигана. И вот в воскресенье я вам предоставлю это первую часть видео, чтобы вы могли уже вязать. Все, девчонки, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.